Сотрудники управления наркоконтроля «Главка» около одного из домов Ленинского района задержали молодого человека, подозреваемого в сбытии наркотиков с помощью закладок. Со слов задержанного, он нуждался в денежных средствах, и один из его знакомых предложил ему хорошую работу, их с хорошим заработком. В связи с чем последний приехал на территорию города Саратова, где стал заниматься раскладкой наркотического средства «Героин». Только долго заниматься криминальным бизнесом у парня не получилось, потому что полицейские быстро вычислили и задержали его с поличным, а именно 16 свертками героина массой более 100 граммов. Кроме этого, стражи порядка изъяли 5 тайниковых закладок с наркотиком, на которые указал правонарушитель. Задержанный же верил, что разносит клиентам безвредные конфеты. Я открыл и почитал только... Поэтому, как конфеты такой открыл, полностью не открыл, что я вообще не видел у него, какой выглядит. В съемной квартире гостя нашего города полицейские нашли еще 155 свертков пресловутых конфет, как потом выяснилось, все того же смертельного героина, общей массой 900 граммов. Но, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности, и отвечать за подобные деяния придется по всей строгости закона. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренной частью 3 статьи 30 пункт Г, часть 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Анатолий Чернов, Анастасия Потапова, Вести, дежурная часть, Саратов.